Всем привет! Добро пожаловать на канал Llama Tips. Меня зовут Даша, а это моя доченька Лиза. И сегодня мы приготовили в преддверии Хэллоуина для вас наш особенный семейный рецепт осенних кексов. И если вам интересна эта тема, тогда оставайтесь с нами и давайте готовить! Для приготовления нам понадобится 2 стакана муки, чуть больше половины стакана сахара, 1 стакан кефира, 3 яйца, соль, ванилин, а также сода и 2 столовые ложки растительного масла. Начинки нам понадобятся: тыквенные семечки, клюква, изюм и шоколад. Первым делом мы берем стаканчик с мукой. Вначале мы берем муку и пересыпаем ее в глубокую мисочку. Всю? Всю. Затем в муку мы пересыпаем сахар. Теперь давай возьмем соль, ванилин и соду. Давай по очереди ложечки все пересыпаем. Все? Да, все. Я правильно положила во всех пропорциях. Хорошо, давай теперь дальше ванилин. Аккуратненько, не рассыпь. Вот сюда, хорошо. И последнюю ложечку соды. Высыпай. Угу. Хорошо, теперь возьми ложечку и перемешай все между собой. Все, теперь давай мы сюда выльем кефир. Теперь аккуратненько перельем масло сюда же. Вот это вот масло. Хорошо. И сюда же забьем яйца. Давай ложечкой по яичку. Я сама. Давай. Отлично. Стоп. Теперь разламываем. Не так только. Так вот. И лишнее вылавливаем. Берем дальше, берем ложечку. Вот, давай. Да, хорошо. И теперь на 2 половинки. Хорошо. Молодец. И еще одну. Умничка моя. Давай я немножко помогу тебе. Давай. Не, подожди, знаешь, это вот так вот снимается из вот этой штучки. Нужно ее обстукивать вот так вот. А, я думала, можно вот так вот ложечкой. Нет, ложечка это если снаружи нужна, а эту штучку нужно обстукивать. Смотри, это Урса. Моя.
ты там заваривала? Я завариваю кипяточек для того, чтобы сейчас залить наши сухофрукты, чтобы они немножечко стали мягче. Кстати, я хочу одно важное слово сказать. Дети, не трогайте горячие, например, как кипяток. Пусть родители все сделают. А что ты будешь нарезать? Шоколадки? Угу. А можно мне кусочек? Одно зернышко попробую. Ну что, давай перемешивать? Давай. Надо ж чем-то заняться. Вау, какое красивое тесто. Ну что, давай сгребай ручкой. Давай смешивай. Шоколад. Много-много шоколада, да? Да. Так вот. А, я вынула. Знаешь что, давай мы, наверное, с тобой лучше возьмем ложку. Ложку. Давай мы теперь добавим изюм. Давай. Все. Я один сверху. И вот такая. О, красиво, так как. Давай я помогу тебе. Уже домешаю, а то здесь тяжело. Что за икра? Перекладываем тесто в форму. Когда духовка разогрелась до 200 градусов, ставим в нее кекс и опускаем температуру до 180. Оставляем на 35 минут. После чего проверяем готовной зубочисткой. Если тесто больше не клеится, наш кекс готов. Вкусненько с ягод, как будто бы ягод. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Надеюсь, оно вам понравилось и вы уже прожали палец вверх, а также рассказали о нем своим друзьям. Ну а я с вами буду на этом прощаться. До скорых встреч в новых видео. Пока-пока.
Mm-hmm.